Икона русских побед. Именно так называют православные христиане Казанскую икону Божьей Матери, которая сейчас идет крестным ходом более чем по 50 российским городам. Его еще называют Всероссийским молебном о победе. И вот теперь икона прибыла в столицу Кубани, в Свято-Екатерининский собор. Всеношное бдение с чтением Акафиста возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В сослужении благочинных епархий, духовенства храмов, казаков и большого числа прихожан. Любовь ко Господу Иисусу Христу и Царице Небесной объединила в молитве многих верующих. Ведь это тот самый образ, с которым народное ополчение Минина и Пожарского освободили Москву от поляков. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков. И сейчас, как и в то смутное время, для нас важна не только победа русского оружия, но и победа русского духа, наших традиционных ценностей, православия, без которых немыслим русский народ и наша Россия. Как не встретить такую святыню, пречистую Божью Матерь, как потом в горести обратиться и сказать: «Помоги», когда и к матери, к родной, даже, может, не устал, и калека, но прийти долг сыновей или дочерей, значит, обязывает. Поэтому благодарим всех.